Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Алито. Прошлое видео с солнцезащитными очками очень вам понравилось, поэтому я решил заказать еще несколько пар похожих очков с регулировкой затемнения, но уже с другим дизайном и дополнительными фишками. Ссылки на эти очки будут в описании. Комплект поставки довольно хороший. Помимо самих очков, продавец кладет специальные салфетки для очистки линз, запасную батарейку, брендированную тряпочку, дополнительную мягкую силиконовую накладку, жесткий чехол с эко-кожи и мешочек для хранения очков. Данная модель функционально не особо отличается от модели очков, которые мы рассматривали в прошлом видео. Они также имеют 7 уровней регулировки затемнения. Управляется с помощью маленького переключателя на правой дужке. Стекла поляризованы и имеют маркировку UV400, которая означает, что очки имеют хорошую защиту от ультрафиолета и способны предотвратить развитие болезней глаз, не допускать раздражений, а также защищают кожу вокруг глаз. Оправа очков полностью из черного матового пластика. И по опыту использования прошлой модели скажу, что пластик очень износостойкий и почти невосприимчивый к царапинам. Внешний вид очков, по моему мнению, гораздо интереснее прошлой модели. Хотя это дело вкуса, конечно. Сделали закос под известный бренд. Лично мне это не особо нравится, лучше бы указали свой собственный. Несмотря на мелкие косяки, очки смотрятся немного дороже и качественнее прошлой модели. А теперь давайте перейдем к следующим очкам. Они пришли в отдельной картонной коробке, в которой также находятся салфетки для очистки стекол, запасная батарейка, жесткий чехол, сменная силиконовая накладка и, собственно, сами очки. По дизайну они практически ничем не отличаются от предыдущей модели. Все та же черная пластиковая оправа, стекла, которые имеют 7 уровней регулировки затемнения, поляризацию и маркировку UV400. Данные очки подойдут как мужчинам, так и женщинам. Также мне понравилось, что на этой модели уже нет лишних надписей, так гораздо лучше. Фишка конкретно этих очков – это наличие датчиков, которые могут сами регулировать и подбирать оптимальную степень затемнения линз. То есть, когда ярко светит солнце, очки автоматически переходят в режим максимального затемнения. Заходите в тенек, и затемнение становится более мягким и приятным для глаз. В помещении затемнение будет минимальным. Но все так же остается возможность ручного управления с помощью переключателей на дужке. Насколько эта функция полезна и необходима, решать, конечно, вам. Напишите в комментариях, нужна ли она, учитывая, что за нее придется прилично доплатить. Лично меня очень радует, что даже в таком банальном и привычном для всех аксессуаре, как солнцезащитные очки, изобретается что-то новое. Все ссылки на продавцов этих очков вы сможете найти внизу в описании под этим видео. Пишите, чтобы еще интересного заказать для обзора внизу в комментариях. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И как всегда, удачи вам и хорошего настроения. Увидимся!